В Одесі завершився футбольний чемпіонат міста серед ветеранів 55+. Вже традиційно турнір має ім'я першого чемпіона світу серед молоді 1977 року – екс-гравця одеських команд «Чорноморець» та «СКА» Сергія Жаркова. Переможця змагань мали визначити ще в травні, але через карантин зіркам одеського футболу минулого довелося догравати в липні. В турнірі взяли участь 7 команд. До фіналу вийшли традиційно найкращі серед ветеранів колективи – «Рішельє» й «Отрада». Два тайми по 20 хвилин запекли, іноді жорсткої боротьби з обов'язковою перервою на водні паузи, не виявили переможця – 2-2. А ось у серії післяматчевих пенальті найкращими були футболісти «Отради», які виграли чемпіонат. Зовсім незабаром стартує першість серед гравців, чий вік не менше 45 років. Змагання будуть мати ім'я Іллі Цимбаларя. Сейчас такое время, он стартовал ранней весной, но в связи с тем, что происходило, и доступа как бы не было к спортивным площадкам, сейчас тоже разрешили участвовать в соревнованиях, но нет болельщиков. То есть все мы ощущаем те перемены, ту ситуацию, которая сегодня не только у нас в стране, во всем мире, связанные с коронавирусом. Поэтому есть какие-то изменения, заставившие нас разыгрывать этот турнир в конце июля, что, в общем-то, не очень удобно. Но, по сути дела, мы вписались в эту ситуацию. Ребята очень достойно выглядели. Я думаю, что они зря время не теряли. Готовились функционально. И что, собственно, стало понятно при сегодняшней игре, при финале и в игре за третье место. Все очень достойно выглядело. Так что всех нас я должен поздравить с тем, что футбол продолжается. Это любовь к футболу, спорту, к активному образу жизни. Это, я думаю, что мы на Украине среди ветеранских ассоциаций лучшие, одни из лучших, по крайней мере. Поэтому у нас круглые годы идут игры, интересные игры, боевые. Каждый ветеран на счету, кто еще и двигается, играет, переходит из команды в команду. Поэтому очень интересно, все болеют, переживают, играют в футзал. Мини-футбол 8-8. Большой футбол на данном этапе сложно играть. Но мы увековечили Сашу Погорела, Сережу Жиркова, ну и сейчас Илью Цимбаларя.